Привет всем радиолюбителям! На дворе ноябрь месяц, и уже по традиции в начале каждого месяца мы делаем обзор призов и проходящих конкурсов на нашем сайте и в группах в социальных сетях. Итак, вначале давайте посмотрим, какой у нас призовой фонд на ноябрь месяц. Здесь мы видим 4 призовых места. Первое место — это умные часы The Blaze Crystal, обзор которых был ранее. Второе место — мультиметр Vichy VC97, обзор у нас также был. Третье место — мультиметр HiElec MY61. И четвертое место от пользователя, где пока что сумма 500 рублей. Вот они, 3 наших пользователя. Итого эквивалент у нас получается приблизительно 7300 рублей. Также у нас в группе ВКонтакте проходит небольшой коротенький конкурс, где разыгрывается 3 вот таких вот 907 паяльника и 5 штук USB паяльников. Сегодня мы выложили обзор на него. Конкурс коротенький, всего неделя, подходит к концу, но, может быть, успеете. Все, что нужно сделать, это сделать репост записи, вот это и все. Также напоминаю, что у нас еще на форуме проходит конкурс «Хвастаюсь покупкой». Остался 1 месяц до завершения. Ну, на этом вроде бы все. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Паяльник ТВ. Всем пока.